Дорогие друзья, здравствуйте! С праздником вас! С красивым праздником 1 мая! С праздником весны, хоть это уже и середина! Ребят, праздник прекрасный, замечательный, все прекрасно! Проблемы только в приюте! Они у нас одни и те же! Друзья, мы не знаем, что случилось! Вот реально не могу понять! Но почему-то помощь остановилась полностью. У нас 40 тысяч подписчиков на Ютубе, но помощь остановилась. Ребята, ну мы правда не можем выжить без вас. Ну скажите, пожалуйста, какие мне слова найти? Как мне к вам обратиться, ребят? Да, мы сейчас модно прям бежим, спасаем луганских собак, с Донецка собак. Да, надо спасать. Ребята, я согласна, надо. Но почему у нас получается, что мы бежим куда-то, бросая своих? То мы кинулись спасать Якутию, теперь мы кинулись спасать Луганский, Донецк. Ребята, а наши приюты российские, кто вспомнит про них? Я прошу вас, друзья, подумайте и отзовитесь. Ребят, мы ходим по проходам. Болоты, конечно, страшные. Ребят, нам нужна отсыпка. Нам очень-очень нужна отсыпка, иначе в вольеры пройти невозможно. Друзья, нам нужна помощь. Нам нужна помощь всей России, чтобы кто-то отозвался к приюту. Друзья. Ужас. А как? Выходи оттуда. Куда тебя понесло? Ужас, ужас. Да, ребята, это мы пытаемся пройти между вольерами. Нам очень нужна помощь. Очень нужна помощь. Ребята, мне нужна помощь, чтобы привлечь технику и сделать вот это все, убрать. Ребята, самый дешевый бой стоит 10 тысяч машина. 10 тысяч машина. Самый дешевый бой, который можно будет сделать вокруг. Ребята, пожалуйста, прошу вас, помогите. Открывайте темы одну за другой. Пожалуйста, помогите, ребята. Нельзя жить вот в этом болоте. Ну, нельзя. Ужасно, ребята. Просто ужасно. Здесь нужна срочно отсыпка еще. Но здесь мы должны, чтобы под земля или глина, надо поднять уровень немножко. Нам бы еще машин 10 боя, и у нас была бы до самого конца приюта дорога. Потому что это невозможно просто, ребята. Просто невозможно. На сегодня еще 2 КАМАЗа и все, ребята. Но этого очень мало. Нам не хватает. Нам не хватает. Ребята, мы хотя бы с дороги убираем болото. Иначе это невозможно. И, друзья, мы опять все это делаем в долг. Но сколько же можно, а? Вот этот бой нам дали в долг на неделю. Через неделю мы должны рассчитаться. Ребята, как бы трудно ни было, но они же не виноваты, что они попали к нам маленькими малышами и выросли. И что мы не смогли найти для них дом. Они ведь в этом не виноваты, друзья. Мы делаем, что можем. Мы все делаем, что можем. Ребята, хотя бы накормим. Давайте накормим. Я вас очень прошу. Да, ребенок? Ну,
Мы вынуждены были разделить вольер, чтобы разместить маму с детьми. Сейчас закроем еще одну сторону, чтобы никто не обидел детей. Что, мои солнышки? Мамины? Чего ты, да? Ай, ты мой хороший. Мамины. Мамины, мамины детки. Мамины, хорошики мои. Детям срочно-срочно нужен дом. С вами лохматая душа. Мои хорошие, мы давно не разговаривали на тему того, что у нас нет формы. Мы как-то старались молчать, думали, люди сами понимают, отзываются. Ведь собаки не живы единым днем, правильно? Ребята, нам очень нужна помощь. Я уже молчу для взрослых. Мы пытаемся кормить, чем можем. Но малыши, ребят, пожалуйста, отзовитесь. Нам очень нужен корм для малышей, для щенят. Любой корм для самых маленьких. Очень прошу вас, друзья, пожалуйста. И помогите нам оплатить хоть чуть-чуть долги в клиниках. Потому что мы завтра опять найдем новую собаку. И опять мы будем просить у вас помощи. Для того, чтобы нам не отказали в долг, мы должны хотя бы немножечко погасить старые долги. Ребята, это жизнь, круговорот. Но мы делаем работу, и она не стоит на месте. Да, это однотипно, да, это одинаково. Это называется одним словом «спаси и помоги». Ребят, помогите нам спасти, пожалуйста. И дай Бог вам за это всего самого доброго, что есть в этом мире. Спасибо вам, друзья. Очень надеемся.